Всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в растения против зомби. Я изменил программу для записи экрана, надеюсь, так будет лучше. Ну что ж, поехали. Это вторая попытка, я пытаюсь снять это видео, у меня что-то вот все как тупо под хвост в прошлый раз пошло. Но сейчас я уже более подобрался опыта. Так что теперь все должно получиться. Так, первое мы посадим вот эти двое. Этих двоих, да. Я не буду собирать эти солнышки пока что, пока хотя бы один не вырастет. Я не знаю зачем. А ладно, еще я тебе тут открою какое-то место. Соберу. О. Так, это не хорошо. О, бежит. Мозги. Мозги. Давай еще один солнышко, дай. Маленькое солнышко. Я взял. Я уже начал тут заживать, я думал, что я вдруг я не взял. Это. Так, раз, три, два, один. Thank you.
Самое бесполезное растение, на мой взгляд. Да и, наверное, не только на мой. Так, пожалуй, возьмем вот этих пятерых. С этого и вот этого. Ну, у нас все одно и то же постоянно. Но вот эти мы, пожалуй, уберем. Так, у нас будет две волны. Мозги. Мозги. Эти порядки нам надо будет очистить. И, пожалуй, все на этом. Я решил пересадить дымогрибы, дымогрибов. Потому что, ну, это как-то плохая будет у меня получаться защита, если я этих оставлю. Но вот с этими они будут пробивать им сквозь, и все будет хорошо. О, как вовремя. Нам осталось 3 могилы. Ну и все. Кстати, если кто еще не понял, зачем я вот в некоторых местах хлопаю, это для меня в будущем послание, чтобы я начал ускорение делать. Пропускать, точнее, скучные моменты. Такие, как вот, например, сейчас я просто буду сидеть и ждать, пока волна подойдет и пройдет. Блин, как же было бы плохо, если бы меня сейчас вообще не было бы слышно. Это, кстати, напишите, как будет лучше. Как было раньше, то есть снова записывать в ОБС, или же оставить, то есть записывать вот так же, как сейчас. Программа называется Дебаг.
Вот смотри, сейчас этих взорвёт. Да, они его добьют. Ура. Уровень 2.8. У нас открылся ледовик. О, ледогрип. Временно останавливает все зомби на экране. Ага. Это же, кстати, похоже на Майкла Джексона. Ну ладно. Значит, берем его. Его. Пожалуйста, пусть здесь будет одна волна. Я очень прошу. Yes, одна волна. Блин, ладно, этот момент я тоже поделал скорую, но ладно. 3, 2, 1. Вылез в конце концов. Получу хоть дополнительные монетки. Три тысячи монет. Гриб судьбы уничтожает зомби в большом радиусе, но оставляет после себя кратер, который восстановится со временем. Понятно. Так, ну, значит, берем вот этих. Так. И это. О, это так неприятно.
Пришли. Вообще не волнуюсь. Так, ну ладно, как обычно, 3-2 раз. Мозги. 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 Сейчас будет волна. Там первая. Потому что тут две волны. Зато мы почти закончили, так как здесь. Это вторая глава, второй эпизод, 9 уровень. Да. Я очень рад, потому что видео тоже скоро закончится. Здесь мы проходим по пол эпизода. Как вы уже, наверное, могли понять. А, я забыл.
Вот это было сейчас красиво. Здравствуйте, мы хотим зайти к вам на полуночную уже. Как насчет мороженого и порции мозгов? Угу, конечно. О, тёртый саундтрек. Этих троих я оставлю, они мне потом все равно пригодятся. В любом случае, все равно, я уверен. Да, вы себе... Мозги. Я поставлю сюда, посмотрите. Если мне уходит паразит, то я упаду вообще. Не выпал. О, выпал. Бесполезно его будет, когда переманивать на всю сторону. Но все равно кто-то с кого-то не хочет. Блин, мы сейчас... Да, ё-моё. Что за круг? Ставлю его сюда. Пойди подбей. А зачем? Где? Так, давайте-ка я вас установлю. Да вы шутите, что ли? Ты на кого спрятался? Ну, поставлю его что дальше. Нет. Первая волна. Опа, я точно надо переманить. Нет, я прям без вопросов надо переманить. Побили его там. О, монетки полетели. Стоят. Слишком много мне каких-то лишних. Фу.
господи, чуть не промах. Чуть не пропустил. Опа, хорошо. Я просто не знаю, куда я их хочу отправить. Нет, я вот эти-то все оставлю. Нет? Эти вот типа что-то загрызают. Блин. Это нехорошо. Скорее всего, в будущем видео будет намного реже. Ну все. Получается, на этом все. Кувшинки позволяют сажать его близости. Я опять ничего не могу придумать, поэтому просто скажу, что все. Видео закончилось. Всем пока, продолжим листочки. Да, всем пока.